Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на мое недавнее приобретение. И это, ну, фанаты Рианы, я думаю, догадались или уже прочитали в заголовке. Это DVD Рианы с туром 777 или 777, 7 стран, 7 дней, 7 шоу. Я смотрела это видео в интернете, даже с субтитрами, я там где-то ВКонтакте находила. И мне очень зашло, оно прям такое динамичное, и после него прям, не знаю, какой-то заряд такой бодрости, вдохновения. Не знаю, у вас так же? У меня есть вот еще один DVD-шник с Рианой, который Tour Aloud, заключительный концерт, и просто я, ну, там всякие отрывки концерта и типа закулисье, и у меня просто после просмотра какой-то заряд энергии, я не знаю, как она это делает. Я решила взять еще 777, думаю, что пусть еще будет один DVD-шник, который тоже как бы придаст мне хорошее настроение. Вот. Напишите, у Рианы еще что-то есть. Я знаю, есть еще вот этот Good Girl Gone Bad тур. Может, еще что выходило. Я как бы взяла то, что я нашла, я ее на Озоне купила. И на винилотеке я тогда покупала Loud. И как бы, может, там этот есть, я не запомню, там, кстати, есть. И я, насколько понимаю, это у меня русская лицензия, потому что периодически, мне кажется, я видела русские слова здесь. Давайте посмотрим. На самом деле здесь, когда все было запаковано, была вот такая, типа, переливашка, типа, контрамарка, как это называется. В общем, лицензия, да, ну, я ее не смогла оторвать от целлофана, поэтому, ну, так. И здесь предупреждение, прямо вот 18... плюс куча ненормативной лексики, здесь, правда, 15 написано, здесь вот такая Риана, и вот такая задняя часть, немножко такая, как будто бы покоцанная, но на самом деле, видимо, это такой стиль. Тут тоже, вот опять же, сильный strong language, сильный типа язык, ну, короче, походу, да не походу, там прям вот такой много ненормативной лексики, там как бы творится нечто странное. Здесь, если приглядеться, здесь 77 минут, все это дело продолжается, и вот по-русски тут тоже написано. И вот так вот выглядит все внутри. Ну, здесь ничего особенного, как бы сам вот этот диск. Здесь Риана, опять же. На самом деле, я вот немножко скажу свое мнение про это, ну, именно про вот этот тур. Это такой мини-тур на 7 дней, ну, как вы уже догадались. Здесь был забронирован целый самолет, на котором была куча фанатов Рианы, там музыканты, короче, всякие журналисты, кто-то там еще. И типа Риана за 7 дней пролетела несколько стран, ну, несколько, 7 стран, соответственно, там Европа, что-то, наверное, в Америке, я уж не помню, я помню, она там в Европе была. И вот она провела 7 концертов. На самом деле, это прям вот гипер такая нагрузка, как по мне, ну, представьте себе, как бы, ну, но Риана, она классная. И как бы вот это видео про вот это вот все. Там отрывки из шоу, то есть в разных странах. Там, может, это в одной снято, я, честно говоря, не знаю точно, но вроде написано в разных. И как бы все вот эти перелеты. Ну, на самом деле, кажется, что все круто, но понимаю, что наверняка было очень тяжело артисту. Вот, это мое мнение. Пишите, что вы думаете по поводу данного тура. Еще раз говорю, что его можно найти, но я ВКонтакте его смотрела и неоднократно, и с субтитрами, то есть как бы все переведено, если вы не понимаете английский. И мне очень заходит, вот прям очень-очень. Я очень советую посмотреть. Или DVD-шка, она стоит, кстати говоря, недорого. По-моему, на винилотеке еще дешевле. Но я скину ссылку, где я покупала, а вы уж посмотрите сами. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам был полезен данный обзор. Пишите свое мнение, подписывайтесь на мой канал. У меня еще есть другие обзоры с вещами. С Рианой, там журналы, CD-шки, DVD-шки и так далее. Еще раз огромное спасибо за внимание и пока-пока.